что-то слышал, Иван Грозный своего сына убил, и вот этот Петр Первый что-то убил. Ну вот в эту историю я вот, вот эти истории, вот две вот, ну вот хоть убей, я их, да мне и книжки такие не попадались, я их не читал. А может это все засекречено, что-то, ну как засекречено оружие, это все. У нас же сейчас все что-то такое непонятно делают, что-то делают, делают, все засекречено. Особенно вот эти полиция вот сейчас забирает человека, что с ним делать, что вообще, это все непонятно, вот это все. Вот тюрьмы это тоже засекреченность, это тоже непонятно, что там происходит с людьми, откуда. Да там вылазит, да там бандюга натуральная вылазит с этой тюрьмы, на. Весь на колках, вы такой да, чебурной, на. Да какой в обществе может жить этот тюряга, он. Да пускай лучше в тюрьме живет, на. Так все равно они же туда возвращают. Потому что жизни им нету на этой земле. Они в данном, в закрытом положении жить. И вообще, они... Или попадет этот, он, его там никто ненавидит. И вообще на него как глянут, у него вся рожа в шрамах и так далее и тому подобное. Да он вообще такой опасный этот человек. Он в обществе опасный этот человек. Я не знаю, зачем такого их в обществе... Так их еще... В детские садики вселяют, еще воспитателями делают или еще куда-то. Потом у нас говорят, вот преступление, вот диверсия. Так вот оттуда и появляется оттуда. Преступник идет, он в детский садик его туда-сюда, он думает, он исправится. Да хрен он исправится, он детей там так научит к чему-то, что мало не покажется. Вообще не надо, сидел в тюрьме, пускай сидит. Будет сказать, все равно они же туда возвращают. Ну, в обществе нету жизни, все на. Вот так, что им общество не нужно, на. Они, ну, пустишь ты в общество, ну и что потом получается? Сами же мучитесь потом. Потом что-то взрываешь, что-то кого-то ограбили, старуху ограбили. Сколько это государство теряет денег вообще, на. Вот так, что сами виноваты.